Сегодня по-настоящему важный день в культурной жизни Челябинска и Челябинской области. Проводится пасхальный фестиваль, который Валерий Абисалыч много лет назад организовал. И я очень рад, что вот через 10 лет фестиваль вернулся в Челябинск. Нашим, мне кажется, зрителям будет интересно увидеть спектакль театра «Отсюда Челябинск». Тем более, что я вижу театр в хорошем состоянии. Мне кажется, что сегодня в Москве и Петербурге могли бы гораздо лучше знать о том, что здесь происходит. Надо просто делать это усилие. Что мы собираемся делать?